Почти 90 дворов Хабаровска преобразятся в этом году за счет муниципальных грантов, которые как раз выдает на принципе софинансирование. О том, как работает муниципальная программа благоустройства, далее расскажет Сергей Щербаков. Собственники этого дома по адресу Панфиловцев 34 побили все рекорды по сбору средств на облагораживание собственного двора. 1 800 000. Ну, деньги у нас поступают, значит, из двух источников. Это с провайдеров, которые находятся на крыше дома, и все рекламы. И текущий ремонт, который за этот год накопился. Теперь свои деньги и средства муниципального гранта жильцы потратят на современную спортивную площадку взамен той, которая здесь есть с конца 80-х годов прошлого века. На данном участке будет возведена современная спортивная коробка универсального назначения для таких игр, как футбол, баскетбол, с резиновым покрытием, ну, соответственно, со всеми подстилающими, дабы резиновое покрытие сохраняло свое качество в надлежащем виде долгие годы. Муниципальные гранты на благоустройство дворовых территорий с каждым годом пользуются все большей популярностью среди собственников жилья. В этом году было подано 106 заявок, и из них 89 в этом году будут отремонтированы. Для примера, сооружение новой спортивной площадки на Панфиловцев начнется уже в июне. Сергей Щербаков, Василий Ермаков. Смотри, Хабаровск. Ну и, кстати, по статистике, среди всех пожеланий собственников жилья лидируют как раз спортивные и детские площадки. Их планируют возвести еще 55 победителей городского конкурса.